Всем привет! Это обзор от интернет-магазина actec.ru. Сегодня к нам на обзор попал налобный светодиодный фонарь SL-XQ617. Давайте смотреть. Поехали! Поставляется фонарь вот в такой коробке. Внутри нам удалось найти сам фонарь, зарядное устройство от сети и зарядное устройство в автомобиль, в прикуриватель. Также аккумулятор, который уже вставлен в наш фонарь. Выполнен он из качественного алюминия, оснащен механическим зумом. Имеет внешний батарейный блок. Также оснащен возможностью наклона головы, что делает его еще удобнее в использовании. Дальность освещения составляет 150 метров, имеет три режима свечения, среди которых обычный режим 100% яркость, 50% яркость и режим стробоскопа. Опять же, каждый режим можно регулировать зумом, регулируя при этом угол раскрытия луча. Давайте же теперь посмотрим, как фонарь функционирует в темноте. Функционирует фонарь в темноте на ура. Сидит на голове, хотелось бы отметить, очень хорошо. Ничего не мешает. Если потрясти головой, фонарь не будет спадать. Также все элементы управления находятся под рукой, что не составит никакого труда, например, поменять режим. Или же зум. К сожалению, данный обзор подошел к концу. Покупайте данный фонарь в нашем интернет-магазине actec.ru, а я с вами прощаюсь, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте и оставайтесь на светлой стороне. До новых встреч!